Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Alcatel 1S Helite. Сейчас я покажу вам, что делать, если вы вдруг забыли пароль от вашего устройства, как в таком случае сбросить его и все настройки. Итак, для начала мы отключаем наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. Держим так до появления логотипа, после появления логотипа отпускаем кнопочки. Попадаем в режим Recovery, и здесь мы выбираем Wipe Data Factory Reset. Нажимаем Factory Data Reset. И теперь нажимаем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.